Друзья, всем привет! В программе спортивно-патриотического клуба «Ярополк» любой желающий спортсмен нашего клуба, как правило, это спортсмены младших групп, могут поучаствовать в творческих конкурсах. Недавно прошел у нас конкурс, он был приурочен к празднованию Нового года. Задача спортсмена была изобразить либо поделку, либо рисунок с празднованием Нового года и непосредственно с основным видом спорта нашего клуба – это рукопашный бой. Прежде чем озвучить победителей, я хотел бы вам показать работы наших детей. В этот раз было немного работ, всего 12 штук. Мы решили разделить их по трем возрастным категориям. Это 5-6 лет, 7-9 лет и 10-13. Все участники, все 12 работ награждаются у нас кружками «Ярополк» с символикой участника, который непосредственно делал данный рисунок или поделку, а первые места в каждой возрастной группе у нас наградятся более серьезными спортивными подарками. Итак, в группе 5-6 лет первое место у нас заняла Клюкова Алиса. Вот мы видим ее поделку «Новый год». И что касается рукопашного боя, она вот изобразила боксерские рукопашные перчатки. В возрастной группе 7-9 лет первое место мы решили отдать Астахову Егору. Вот он решил изобразить год быка, а также всех тренеров, которые его тренируют. Достаточно креативно придумано. В группе 10-13 лет всего участвовало 2 человека, 2 спортсменки нашего клуба, 2 представителя прекрасного пола. Первое место мы решили отдать Назировой Диане. Здесь мы увидим зал, новогодняя тренировка, Дед Мороз, спортсмены, изобразила правильно занятия по рукопашному бою. Повторюсь, все участники получат памятные призы клуба «Ярополк», а первые места – более серьезные спортивные памятные подарки. Следующий конкурс у нас будет приурочен к Дню защитника Отечества 23 февраля. Всех ждем в нашем клубе!